От их работы зависит эффективность использования бюджетных средств. Счетная палата Ненецкого округа отметила свой 20-летний юбилей. В рамках праздничной программы во Дворце культуры «Арктика» состоялся семинар на тему «Практика проведения экспертизы государственных программ в целях предотвращения неэффективных расходов». Именно для этих целей была создана контрольно-счетная палата. А давайте вспомним 90-е годы, когда в стране и в округе были неплатежи, не поступали вовремя налоги, бюджеты были дефицитными, зарплата надолго задерживалась. Я помню, окружные бюджеты принимались не в конце года, а где-то в марте, в апреле. Были возможности для различных злоупотреблений, в том числе и средствами бюджета. Председатель собрания депутатов Анатолий Мяндин вспоминает о самых тяжелых годах жизни округа и страны. Именно в этот период возникла необходимость создать организацию, которая бы контролировала весь бюджетный процесс. 9 апреля 1997 года в Ненецком округе появился орган парламентского контроля при собрании депутатов. Тогда он состоял всего из двух человек. В то время перед контрольно-счетным органом были поставлены новые и важные задачи. Это контроль за исполнением окружного бюджета по доходам и расходам, контроль за исполнением внебюджетного фонда, контроль за использованием государственных средств и собственности Ненецкого автономного округа, а также экспертиза законопроектов, которые предусматривают расходы окружного бюджета. Эти задачи актуальны и сегодня, то есть это основные наши задачи, которые мы выполняем сейчас. Сегодня в счетной палате выполняет свои задачи 17 сотрудников. Это команда профессионалов, ориентированных на высокое качество управления финансами, улучшение социально-экономического положения округа, что способствует повышению благосостояния и качества жизни каждого жителя региона. Их труд высоко оценили. На праздничном мероприятии все сотрудники были отмечены благодарственными письмами и почетными грамотами. Свой общий праздник они встретили в рабочей обстановке. В рамках юбилейной программы состоялся семинар-совещание, основной темой которого стала практика проведения экспертизы государственных программ в целях предотвращения неэффективных расходов. На него поделиться своим опытом и поздравить коллег с юбилеем приехали руководители контрольно-счетных органов из Республики Коми, Архангельской, Вологодской и Новгородской области. Мы с удовольствием к вам приехали, побыть с вами, разделить вот эту радость вашей, как бы там ни было, вашей юбилейной даты. Очень рада за то, что мы видим жилищный фонд в очень приличном состоянии. Мы видим достойные объекты, социальные объекты. Тоже они настолько вот, ну, в таком хорошем вообще состоянии. Мы вчера встретились с такими очень добрыми, теплыми душой и сердцем людей. И это очень хорошо, что у вас сохраняются традиции, местные традиции. И вот все это говорит о том, что ваш регион, ваш округ развивается в нужном направлении, в нужном плане. Гости семинара и сотрудники счетной палаты НАО обсудили основные проблемы и трудности, с которыми сталкиваются данные органы в субъектах России. В качестве мер по повышению результативности проводимой работы было предложено разработать общие требования к проведению экспертизы, унифицировать сферу разработки и реализации госпрограмм, включая механизм оценки эффективности. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Владислав Носкин, телеканал «Север».